Если пал разбафается, то, наверное, не выносит. Чё это на кровотечении? Или на чем рога? Рога только на кровотечении, наверное, может нас вынести. Здесь ошибка была сам. Сам, короче, ошибку сделал, проиграл. Мог бы против паладина этого и получше сыграть. А то я вообще расслабился, квест сделал, типа, все, вся фигня. Изи вин. А ни хрена так. Не изи вин. Нифигашеньки. Есть еще пушка и гороты вместе. Нет, таких я не встречал. Я встречал чисто на гороте Miracle Rogue с аукционером. И чисто квест Rogue. Да и все, наверное. Ладно, попробуем на следующий комбу мутеть. Раз, два, три. Раз, два, три, да? И воскрешения не было пока, но... Раз. В идеале, конечно, сейчас тапнуться. Блин, ну там два воскрешения, офигеть. Все равно велик только за три маны, да? Это первая шрушка у него только. И он даже сюда целится, не в бесов. Надо же. Ему бес не нужны, я смотрю. Ладно, в пол еще великан воскрешение попадет тогда. Даже шаг сквозь тень. Блин, ну, шаг сквозь тень, если... Тогда можно воскрешать. Хорошие две карты будут сейчас воскрешаться. Бес плюс... Этот засранец. Крота нашел тоже с инвизом. И в инвиз, да, ушел? Так. Так. Тап. Наверное, даже пока. Так. Так. Вот так. По-серьезному сходим. Немножко за здоровьем последим, последим. Что-то вот этот вот без 3-2 все равно как-то не очень хорошо смотрится, если честно, на столе сейчас. Велик вот на 4-й, это, конечно, да, жестко. Мне гороты, блин, не выпали, на самом деле. Эпики эти сраные. А крафтить эпики я не хочу, мне там мало осталось эпиков выбить, они мне и так выпадут. Ну, мне кажется, смысл в чем в гороте? Именно, то есть горота, она с СПД сильно. Сама по себе горота это 6 уронов. Ну, 8, ладно, урона. 2 в начале и 6 в конце, да. Это как бы немного. А вот с СПД, допустим, даже есть уже 3 СПД, то это уже 9 урона. И плюс 2 это 11 урона, да. И на фатиге, если это все делать, а если 2 СПД, то там вообще космос урон. Получается. Вот-то в чем смысл. Смысл-то вон он в чем. Ну, сейчас я все равно квест не сделаю, получается. Ну, Роги надо находить этого шарушника, который убивает существ. Не знаю, удешевил он его, не удешевил. Ну, который этот 4-4. Если он, у него его нет, то чего? Триндец ему. А, вот, убийца Шарон. Его надо серии приемов играть, чувак. Ты чего без серии приемов-то зарядил? Проиграл? Сейчас бы его без серии приемов давать. Пипец, уже, не знаю, вторая или третья рога такой мисплей делает. Что-то мы вроде этот мало выигрываем. Счет 3-2, а как будто бы... А, 4-2, потому что счет. Вот почему мы...
мы летим, так скажем, поднимаемся по рангам. Что, зеркалка, наверное, сейчас будет полностью. Чем заменить легендарную тройку и в квест шамане? Легендарную тройку, да. Какой-то генерацией ресурсов, либо добором. Потому что просто взять перерасход, это не то. Это не то. Ну, это хороший, наверное, старт. Типа, хоть я и не тапаюсь, но я уже квест сделал, офигеть. Двумя бесами. Самое быстрое выполнение квеста. Пусть. Похищение, да? Даже воскрешение есть, смотрите-ка. И даже велик. Блин, ну для давления в начального у меня тут все просто есть. Чуть ли не все идеально. Считай, еще двух бесов разыгрываешь. Первую, вторую уже цепочку доделываешь. И плюс еще велик оставишь. Блин, это вообще лютейший квест будет. Он будет не только от своих тапов урон получать, но еще и от моих. Это пипец. Это лицо треснет просто. Убей его, убей, убей этого беса. Я даже хочу, чтобы он его забрал. Ну, либо в поле воскрешения, потом велика. О, да. О, да. Сейчас будет жара. А, погодь. Просто тап, если. Да, в данном случае просто тап лучше. Ну чё, почти сделали квест. Блин, ну вот у них всегда есть тамсин, когда я вот я... Ну это контроль, типа, потому что сборка, когда я вот так выставляюсь. И он сейчас через похищение, потом через воскрешение будет свой тамсин прям надрюкивать. Но велик он здесь не доберет, он здесь нестабильные вообще темы дает. Но он тут получает, конечно. Две такие темы. Блин, он раскрутится на ней, конечно. Если я ее не заберу. Пусть уж лучше ее воскрешает. Просто если он до фатига доживет, там будет триндец мне. Это я вам точно говорю. До 10 карт в руке, если она доживает, там потом свиньи хилят, таунты и так далее. А, ну все. Даже с столом справиться было нечем. Получится какая-то ерунда, а не стрим. Еще и куча народу будет недовольных, потому что на их деке не успели поиграть, а на какое-то успели, а почему? Ну, в общем, вы поняли. Против нас маг. И надо здесь добивать, я думаю, легенду. Но для этого нужно выставляться вначале. Тут мы вначале не выставляемся нифига. Никак абсолютно. Хотя против мага еще какая тактика действует. Вначале просто тапаешься. Страта, так сказать. Первая страта и главное, это просто первые три хода тапаться. Чтоб маг не мог фрост реализовать и так далее. Типа тап,
даже беса не играешь вот этого. Либо обратную вспышку даешь, либо тап-тап-тап. Потом что-нибудь выставил. Ждешь. Ну, он сейчас броню, что ли, делает, да, получается. А, не, интеллект, ладно. Интеллект еще ладно. А потом просто двоих вот этих ставишь. Ой, так. Либо даже вот этого демона тап сыграем на следующий. Велика надо найти, самое главное даже. Велик — это просто так, куча агрессии. Привет, Антон. Велик — это нереальная агрессия. Так. Ну что, дадим собаку. Какую собаку? Вот эту, наверное, без крови. Возможно, поэтому ему тяжело фрост сделать и огонь, потому что мы ничего не играем. Но он не будет атаковать, я вам сразу говорю. Ну, попробуем, ладно, беса. В беса выйти. Его будет сейчас морозить, жечь и так далее. В общем, над ним всякие злые опыты будут производить. Поэтому, может, даже было лучше через воскрешение выходить, потому что беса воскрешать, ну что, лучше гиену воскрешать. Вообще фаербол у него отдали. Что, велик за 4, да? Ладно, велика с собакой дадим. Пса того пока воскрешать не будем. Пока чисто так. Пусть еще кто-то умрет, чтобы кого-то воскрешать. Да ладно, у него ни фростов, ничего, что ли, уже воду сливает. Что-то он даже с первым квестом удохается. Фрост нашел наконец. Даже фроста нет, он огонь сливает, прикиньте. Вот это поворот. Что-то у мага с фростом вообще голяк. Вообще голяк с фростом. Блин, комар летает, прям вижу. Периферийным зрением. Тебя тоже. Так, ну надо демона сейвить, чтоб хилиться, потому что время хила уже приходит. И время Тамсин скоро придет. А, ну вот он фрост нашел, броня. Ну, то только один фрост. Стоп-дека, надеюсь, фроста больше не будет. Сразу же. Сразу же еще один фрост просто стоп-дека. Как прекрасен этот мир, посмотри просто. Ну и тайну магию осталось дать, да. Даже так, он два огня дал в собаку. Он, потому что вот этого беса он никак не заберет, правильно? Правильно. Так. Надо, чтобы еще Тамсин, блин, поместилась в руке. Вот в чем беда. Чтоб Тамсин поместилась в руке. Давай. Так. Броню, но мы, главное, хилимся. Так, существ пока он не играл никаким, да? Все, один дэмэдж мне получить осталось, и Тамсин в руку заходит. Так, вода. Снова фулл мана. 13 карт осталось. Он пока на втором сидит квесте, тайную магию теперь найти не может. Да, это вроде много тайной магии давал. Интеллекты всякие, потоки... И все, две тайны магии отдавал. Ну, поток, конечно, всегда хочешь отдать сразу же. А горячие скидки... Две горячие скидки. Так, сейчас надо как-то урон получить аккуратно. Притом не тапом, да? Тогда нафиг, наверное, метлу скину.
А погодь, этап все равно не могу давать, потому что там синь поместится. Туда, наверное, даже так. Блин, ну, короче, в итоге я створил фигню опять. В итоге не тапнулся и 3 урона получил. А хотел я тапом сделать квест. Ну, тапом, короче, фиг ты квест сделаешь, как я понял. Ну ладно. Осталось тайную магию ему. Еще 3 заклинания дать разных. 2 тайные, фрост и огонь. Ну ладно. Тайную нашел за одну ману. Демон в ЖК, все, победа. Не-не-не, маг может еще одолеть. Не надо прям до победного. Тут, короче, 8 урона, тут 3 урона. Тут как бы побольше, конечно. Даже хилится лучше, чем этот. К заморозке, значит, мы урон не наносим. Фаербол уже дает бить в лицо. 2 из 3, да? Что еще? Тайной магии, все, да? Все, Варден есть, видите? Не все так просто. Даже так. Блин, хилиться не могу теперь. Зря вы так булки-то расслабляете. Он вообще без существ меня здесь пошатал. Пошатал, да? Так. А, ну это в ман не восстанавливает. Это 8, есть еще 5. Точно тебя надо дать. Ну, в принципе, вот такой летал есть. Можно было Тамсин, конечно, убить. Ну, нормально, хватило. 16 урона впендюрили ему. Ровно в 9 кристаллов маны уложились. По красоте. Сюда легенда. Счет 6-2. Нормально. На самом деле счет еще лучше. Если брать в расчет предыдущей партии на этой колоде. Так что нормально, нормально. За часик уложились.